уважаемые зрители, вот уже долгий период времени мы делаем для вас ролики с самыми актуальными и важными событиями из жизни знаменитых на всю страну людей. И можем сделать вывод, что этот год достаточно непростой, так как он стал последним для многих великих людей, которые сделали огромный вклад в развитие нашей страны. Эти потери оставляют огромный след в сердцах каждого из нас. Мы благодарны каждому из вас за слова поддержки и соболезнования, ведь в это непростое время как никогда это важно. И вновь мы вынуждены вам сообщить печальную новость. В Москве трагически погибла певица Марина Абросимова, более известная под сценическим псевдонимом Максим. Как сообщают СМИ, она вышла из окна 20 этажа. Причина произошедшего выясняется. Настоящая золушка отечественной поп-музыки. Без денег, связей и участия именитых продюсеров ей удалось взобраться на самую вершину музыкального Олимпа. Хрупкая девчушка из Казани, за чьими плечами были лишь музыкальная школа и красный пояс по карате, оказалась настоящим бойцом и сумела выстоять не только в жестокой конкурентной борьбе, но и преодолеть многочисленные жизненные трудности. Друзья, вы можете поставить палец вверх под видео в знак памяти заслуженной артистки. Здоровья вам и вашим близким!